панно барельеф. Это старый армянский монастырь, называется Татев. Стены сделаны из фактурно-декоративной штукатурки. Вот если смотреть, также еще вверх лессировка с блеском идет на стене. В барельефе сохранена фактура кирпичей, всех строений, покрыта специально тонированной коричневой глизалью, чтобы сохранить всю фактуру материала, чтобы было видно. Работа заняла порядка 2 недель. Сверху фактура гор тоже выделена.